Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на быстром обзоре обновления 2.4. Ну что ж, приступим. В игру будет добавлен новый герой Батис. Ознакомиться с его умениями вы можете на основном сайте vainglory.com. В игру будут добавлены следующие образы. Редкий образ элитный боец пила. Эпохальный образ праздничный фликер. Легендарный образ непобедимый ворон. Специальное издание образа Така ночная тень. Изменения в балансе героев. Адажио. Оружие гнева теперь будет давать меньше бонусной силы атаки. Барон. Автоатаки после применения ракетного ранца будут наноситься автоматически. Также уменьшено ускоренное восстановление способности за каждую автоатаку. Ворон получает ускорение скорости автоатак. Пассивный навык фликера не может закончиться в кустах. Также эффект невидимости не спадает от автоатак миньонов на линии. Невидимость от коронной способности фликера восстанавливается после получения урона. Также увеличена задержка перед применением коронной способности. Фортресс. Время восстановления способности Правда Зуба было увеличено. Урон от способности Закон Когтя уменьшен. Кошка. Уменьшен кристальный коэффициент для усиленных автоатак. Лира. Сила врожденного навыка уменьшена. Теперь первый и второй снаряд наносят меньшее количество урона. Идрис. Снижено значение для активации врожденного навыка, как кристалла, так и оружия. Увеличен кристальный коэффициент для автоатак при кристальном пути. Райм. Райм получает ускорение скорости передвижения. Рона. Скорость перезарядки умения в атаку уменьшена. Пила. Пила получает ускорение скорости автоатак при использовании врожденного навыка. Скарф. Скарф получает усиление автоатак. Также способность масла в огонь наносит больше урона. Изменение баланса предметов. Венец бури и знамя бури получают уменьшение урона как по героям, так и по негероям. Готовьтесь собирать души врагов и получать двойную славу каждые выходные мая. Уже 26 апреля выходит обновление 2.4, а с ним в игре появится новый герой Батис. Всем большое спасибо за просмотр, всего доброго!